Петр Красилов родился в роддоме Москвы, хотя сам из Балашихи, 3 июня 1977 года. В 1999 году Петр окончил высшее театральное училище им. М.С. Щепкина, после чего некоторое время работал в театре Российской армии, потом в Линкоме. Из этих театров актер ушел, получив выгодное предложение работы в Российском академическом молодежном театре. В 2002 году состоялась премьера спектакля «Эраст Фандорин» по роману Бориса Акунина «Азазель». Постановщиком являлся Алексей Бородин, герой Петра Красилова. «Эраст Фандорин» — это первая большая работа молодого актера, была высоко отмечена. В том же 2002 году за роль Эраста Фандорина Петр Красилов получил премию «Чайка» в номинации «Прорыв». Первой ролью в кино стал князь Михаил Репнин в телевизионном сериале «Бедная Настя». В 2011 году снялся в клипе Натальи Бучинской «Грешная любовь».